Хор Шоуди Шоу существует уже 9 лет. Я организовала хор в 2003 году. Хор уникальный, потому что в нем поют молодые хористы и люди разных профессий. Они не профессионалы. Есть в хоре машинист метро, педагог начальных классов, переводчица, бухгалтер, секретарь в компании, есть повар, есть дизайнер. В хоре 28 человек. Мы занимаемся два раза в неделю, понедельник и четверг. Не всегда все хористы могут прийти, у некоторых смены.我是莫斯科大学毕业生，我在莫斯科大学学的汉语，也学的中国文化学，中国的文学。毕业以后，我可以说全职我的生活跟中国有关系。我翻成中国书，翻成俄文。我翻成京剧启蒙，专门给俄罗斯读者介绍京剧。对，这是也是对我非常荣誉的一个项目，非常的。所以我作为奥运会主手。 2008年我在兰州跑了在我的生活中最幸福的50米，那这个好局，我特别高兴。所以我们的生活最近十多年跟中国是分不开的。Я занимаюсь хором уже 9 лет, и каждый хорист мне очень дорог, и нас связывают уже долгие годы. 9 лет – это большой срок для хорового коллектива, особенно для молодых людей, молодых девушек, у которых теперь уже и семьи. Катя делала это шоу-дешоу «Хэчан Хуан». Мудбяу ши джунго нянцин дэрэн чан элэсэ дэ гэчу. Я ему очень благодарна, и благодаря ему процветает хор Шоуди Шоу, который вот сейчас такой, как вот он есть, хороший, успешный, красивый, с прекрасными голосами. И мой муж всячески меня поддерживает, за что ему большое спасибо, потому что... Слово Иджиге Кате, Женха да Бамма. Вы не ждали, зовы и гадяли да Жень. Мы хусян Бамма, хусян Джич. Это же Шенху, это Джон Яуда, что Донси. Шоу-дешоу, как я уже говорила, уникальный коллектив. Это талантливые юноши и девушки, которые яркие, эмоциональные, артистичные. И хор может петь и петь, и танцевать. Я шиг лаобайсен да вайдял. 可以说不是政府给我们做事情，你自己个人做一些事情，做一些俄罗斯和中国人的互相了解。 Встретиться с родными, близкими. Я говорю, вот у вас в Москве погода плохая, а у нас в Китае погода хорошая. И все удивляются, как это ты говоришь, что у нас и у вас. Вот, так что я Китай уже считаю своим родным городом. Мне здесь очень хорошо. Why would I tell you what the newer leader Taiyehui Shouhanyu? 他在莫斯科作为记者，作为摄影师，所以他不写东西，在做照片，所以他也爱中国，也在那个他在莫斯科做工作。但是每次到中国来，我们一家人非常高兴，在中国过日子。 之所以能坚持到现在，主要是老师，他能就是孜孜不倦的
教我吗？有的时候不用说太多，从音乐的角度，一个眼神儿，或者是老师的一个手势，大家就完全心有灵犀，能明白什么意思，不需要多的那个语言就很到位了。